Моя невеста, ты моя невеста. Я думаю, все запомнили и все ее знают. Кому она досталась? Мне. Тёма, да. Но если ты готов... Я готов. Поехали. Давай. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоп! И... Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет. И я надену ей кольцо на пальчик. На самом деле прикольно то, что тут написано: Егор Крид, невеста, она вернется. Ну как, все-таки. Ну мы готовились. Музыка Крида, слова группы МБ. Следующий кто у нас? Вот это несправедливо, потому что я не знаю эту песню. Анатолий Цой, слушай. Твоя песня какая? А, у Надежда него... Кадышева. Надежда Кадышева. Вот что ты должен пропеть. По-моему, все предельно ясно. Вы чем-то похожи, кстати. Я просто правда не знаю эту песню. Простите, пожалуйста, Надежда, если вы услышите это исполнение. Сейчас я буду помогать. Толя, готов? Да. Поехали. Саш, покажи, когда вступает. Естественно. Поехали. Сейчас будет просто фристайл. Это проигрыш. Ае-ае. Анатолий Цой. И... Давай, она давай. Вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Ух, она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Еще раз. Весело. Не слышно было, Ну и последний у нас Никита Киос. И тебе, как я уже понял, досталось «Любовь Успенская», песня, да, ребятки, вот такая. Ребятки, готовьтесь к проигрышу, потому что у этой исполнительницы самая большая аудитория. Слушайте, среди слушайте, какая песня-то. Всех представленных. Все понятно? А песни «Чего ты хочешь». Поехали. Раз, два, три. Я махнул. Остывает солнце на ветру. Расскажи, что с нами было? Ты играла в странную игру. Ой, или любила? Остывает солнце на ветру. Я прям представляю себя с бокалом вискаря. Дальше, дальше. Точек. Я в последний раз тебя спрошу. Все вместе. Ой, чего ты хочешь? Все, ребят, все корпоративы наши.